Вот это тоже, что мы мамы 16 квартир. Мамы сама. Снос. Вот это тоже дом снос, по сносу идет. Вы знаете, да, мой? Напротив базара. Такой красивый дом. Это 16 такие на востоке. Да. 16 квартир спорно снос. Снос идет. Сейчас мы с мамой здесь смотрите, вот так. Там 100 зашли, купили базар. На базар сходили, там купили. Мама как ит бурны, это как шиповник такой взяли. Для чая мяту. И там 100 там взяли, дома покажу. Со скидками там макароны такие взяли до дома, что необходимо. Сейчас идем. А это мат. Мы туда сейчас вот так взяли. 16 квадрат полностью сносит. Вот этот дом тоже по сносу. А буда эпсакюльда. Все тоже сносит этот дом. Зато у меня видео остались по 16 квадрат. Все дома здесь были. Все, но у меня память осталась есть на видео. Эти дома. Память осталась. По 16 квадрат. Вот все сносит. Сейчас вот такая новостройка. 16 квадрат. Раньше такие были, где двухэтажки, трехэтажки. Все идет по сносу. Вот так. Все. Вот, айтамат, мы все заходим. Слушай. Все, мы уже дома. Сейчас распаковку покажу, что мы взяли. Это гранаты. Сейчас вам покажу. О. Ну что, брали маркета. Только сюда пришли. Я такого поставил. У нас ливни такие дожди, синие ливни дожди. За это больше сильный ливень такой. Бо, сейчас немножко успокоился. Ну, погода отличная, хаоты купили. И были мы там стоили алт. Вот это. Алтомат, вот это. Айтомат, вот это айтоматы были. Потом АЗ там мы. Азы мы пошли, только филе мама взяла и все. Только филе взяла и пошли, ничего ази. Айтамат мы взяли, и там столь большие суммы были. Сейчас покажу вам распаковку. Айтамат и там 100. И вам покажу, мы взяли как конштейнер. Тогда вот конштейнер, да. Наша плазма телевизор. Такой маленький. Он уже слишком тогда к стенке прилипает. Мы взяли такой немножко воздвижной. Вам покажу сейчас. Сейчас с продукта начнем. Так, мамина здесь. Это вот с собой сумку берем. За там тоже пакеты купили уже большие же. Там необходимости. Сейчас. Вот. Масло взяли. 18 на 98 копеек. Такое масло. Вот. Вот такое масло. Это там 100. Там 100 взяли. И такие. Ну, покажу вот это. Наше производство безим суфе. Пендели. Сырный такой соус. Потом бургер соус. Бургер соус и цезарь соус. Вот такие. Все штуки такие взяли. Потом вот это взял Мила. Такой плавенный такой сыр. Он очень вкусный, такой мы себе. Вот. Потом вот эту сметану. Манат 15 копеек там было. Вот такой мы взяли. Тоже со скидкой. Такой. Это сыр такой взяли. Сейчас вам покажу. Ну а здесь не соленый такой сыр. Ты маты 4 копеек сделаешь, вот такой фильм.
И все. Это вниз поставили. Это коины филе мы взяли. Коины филе мы взяли. 7,59 копеек стоит. А на килограмм взяли 1 килограмм. 8,61 копеек. Вот это взяли. Так, следующий. А. Это мы были в Тамстое. Вот. Тамстор. Супермаркет на Сугаите, 30-м квартале там стоит. Сейчас выставим, чтобы вытащим. Видит, просто хорошо прожорно поставили. Так он взяли сейчас 9 маната с копейками. На 3 килограмма. Только 3 сил. Хорошо взяли. Все, вниз поставили. Так, все, и 2 маната, 92 копеек, так взяли. Соленые такие огурцы, для салата так, или дома так покушать. Такие мелкие такие. Вот. Такие огурцы бандуэль. Бандуэль такие. И было, насколько это, 6 мада, 98 копеек, да, это подсолнечное масло. Да. Вот такое мы берем, оно хорошее. Не дымится дома ничего. Всё, вот такую большую покупку у нас. Мы. Вот. У нас такая бутылочка, мы сюда поливаем масло, все надо достаточно, и так долго нам идет. Сейчас открыть. Вот такую бутыль такую взяли. Вот и оно надолго, надолго нам хватает, это масло. Следующий. Хорошо вам показал все. Потом вот этот мат, покажем вот такой. А это мат. Со скидки были вафли. Сейчас чаем будем пить. Вот такие уши. Один ореховый взяли. Один какао. Здесь какао. Такие. Один мат, там 69 копеек было. Такие вафли. И вот они. Хорошо. Этот пакет там 100, это отдельно покажу. И взяли там вот айтам, вот айтамат, опять за чай взяли со скидкой, он был, вот. И такой кружка подарок, вот такой мы чай берем. 9 манат с копейками тоже. Вот такая кружка здесь. Подарок, когда такой чай покупаете, 9 манат, там 99 копеек, так чем-то, вот этот чай большой покупаете, он, поэтому вам скажу, 450 граммовый такой чай, вот, когда вы покупаете, кружка вот эта подарок, вот такая кружка, а за чай, вот, такая за чай кружка, вот этот подарок. Вот здесь скотч я вас открою, потом поставлю туда наверх. Это там стоит. Нам такой журнал дали. Вот со скидками. Вот такой журнал. Ну здесь так всегда я вам показывал, всегда это такой обычный такой журнал. Вот. На. Там взяли вот такой чай, Ричард, со скидкой 3 маната, чем-то был с копейками, 3,80, так вот, и, наверное, такой, вот, такой чай. Мы сейчас взяли, ну, вот такой новый новинку, там чай был, мы взяли сейчас на пробу, собаем, попробуем этот чай. И вот это наше производство, у нас макароны наши, вот такие взяли. Вот такие, это наше производство, такие макароны. И для супа, что такое здесь. И вот такой, маленькие такие звездочки для супа, такой, как делать куриный такой суп, или обычный такой суп.
Вот. Вот такие. Две пачки таких взяли. И сейчас. Сейчас посмотрим. Здесь даже посмотрим. Здесь кронштейн вам сейчас покажу. Ой. Да, здесь я покажу. Что там вообще? А, еще мы это взяли. Еще там со скидкой были мана 98 копеек такие. Здесь турецкие такие взяли оливки. Такие баночка были. Сейчас вам фильм покажу. Вот это. Вот. Вот такую взяли оливки. На пол. Там есть. Я люблю такие черные. Здесь там такие другие, как вот зеленые такие, сербанки вот это сверху. Меня не нравится. Мне будет больше всего нравится такие. Газейту. Здесь они. Ну они с косточкой и без косточки, не знаю, но в основном не нравится. Все я такие нахлопы вот этой фирмы. Мама конфеты взяла, вот мама 38. Все такие. Были всегда такие зип конфеты. Вот эти. И вот это мы всегда берем. Это фирмы Кент. Вот эта фирма Кент, она хорошая. Мы считаем, вот такой выпечка, вот сюда эта фирма берем, Кент. Ваниль такой на баре. Ваниль где-то было 7 копеек. Вот они. На баре вот такой ваниль, да, выпечки. Там пирог печь. Вот. Вот такой Кент. И вот это Кент. Кабатва тоже озахитит тесто, вот такой взяли. Они 8 копеек. Это 8 копеек, а это 7 копеек стоит. Сейчас туда поставим. Так. И 55 копеек такой салфетки взяли. Еще такая на скидке были 85 копеек. Кузя. На вечер так. В фильме что-то мы смотрели такой взял. Вот такой. Вот такой. И сейчас вам покажу. Вот. Когда будем делать. Кронштейн будем менять, телевизор снимать, вам все это буду показывать. Покажу, вот такой взяли. До большого телевизора, до большой экран наш Samsung, как у телевизора. Ну, мои видео видели мой телевизор в зале. Большой Samsung вот это взяли, мы там кронштейн. Что немножко вот так вперед упирался. Телевизор упирался так вперед, вот такой. Вот кронштейн такой взяли. Вот. Все здесь. Вот так покажу. Вот он. Вот такой. Железо кронштейн. Здесь шопы. Все здесь сделаем. Поменяем. Другой же старый кронштейн. Вот взяли новый. Он стоит, вы знаете, да, Сунгарики. Стал Унимаг. Вы это все знаете, вы все это помните, это Унимаг, вот до сих пор есть. Где там золото продают, и там. Где золото, вот это в сауне магии, там есть магазинчики такие, вот это, где-то продаются вот такие, да, телевизор, там пульты, вот всякие вот это, всякое, ну, как этот, пульт, там телефоны, вот это, да, телевизор, всякие, как до них аганазио, там всякие запчасти там до них, и вот эти, там взяли вот этот, кронштейн, там все продается, и кросс-антенны продаются, там что хотите. Что вам нужно там все надеть это у него маги. Наверху. У него там все на. Это там есть, все найдете. Вот. Вот такой вот взяли. Все, вот такие распаковки. Что мы. Наша меньше, да? Взяли мы. Она искала до него. Он все знает, уже учит буквы, там цифры. Эгемля, цифры такие взяли. Вот. 450 копеек стоит вот такой, мы нашли. Посчитаю, старая гембер. Мы взяли. Такой нашел ее. Еще мальчик он еще хотел. Племянник это. Зонтик. Намочился в ливне. И сразу меня вспомнил, что купил зонтик, по-моему, закупить. Маленький такой зонтик. И как раз вот это. И вот так уже все на бар, так купили.
Вот это небо. Только нашли его. Так и все подарили. Он хорошо знает, учит, хорошо цвет уже. И сейчас будет так и цвет учить, легендарь.